Всем здорово, продолжаю проходить ПВЗ-2. Так, лучок. В прошлой серии был открыт. Так, знаешь что? А вот эта штука тоже мне не нужна. И она же выросла, надо же. О, пушка. Блин, прикольно. Но ромашка нужнее. Правда, все равно так мало монет они выдают. Так, что тут у нас? Магазинчики есть сегодня. Ледяные головы. Костюм прикольный. Для такой штуки. Для него тоже костюм есть. Семена. Двойной горохострел. На такую гримрос. И теневой гриб какой-то. Давай для него, наверное, возьму семена. Но он тем более прокачался. Так. Ну, здесь вроде все по-старому. 200, тем более он стоит на прокачку, вот он стал дешевле. И, кстати, у него скоро будет тоже уровень новый. Быстро качаются горохострелы. Так, пенатка. Ух, какая дичь там, а. Просто трешак. И гаргантюа, и волшебники, и копатели, исследователи. А чё смысл? Я приморозил эту штуку. Малого-то она не замерзшего выкинула. Давай тянем немножко тогда. Блин, вот этот вентилятор, его бы купить. Морозную вещь какая хорошая. Так, копатели, да? Давай его приостановим. Он должен просто максимально быть либо быстро уничтожен, либо как-то нейтрализован по-другому. Он не должен выкапывать у меня тут растение. Да, он, похоже, дойдет сейчас. Но нет. Я ему не дам такую возможность. Смотри, что он сделал. От дича. Вот блин. Просто что за жесть. Как так? Я его сдвигаю, а его это... Ой, блин. Так, давай откинем вот так вот. Чё он там посохом своим замахивается? Мудрец этот. Ага. Так, ну эту линию сдвинул я. Здесь-то они как шли, так и идут. Вот эту линию надо сдвинуть, там их аж двое. Вот эта линия опасна очень, давай ее откинем. Так, маслица есть, хорошо, поехали. Помаслаем маленько здесь их. Еще разок. Хорошо. Так, вот эти вентилятора надо прятать и экономить. Очень много тут с лопатами зомби. Ух, он еще и дамажит, похоже, да? Так, ну это-то хорошо, здесь успел прихватить. Так, так. Вот это неплохой ивент, пенаты. Мне нравится. Ой-ой-ой, как малого выкинули.
Так, давай вот так сделаем. Раз, два, три. Это грибы, что ли, так дамажат, а? В три смычка. Хороший ивент, хорошая пенатка. Мне такие нравятся пенаты. Угу. Полторашка и такие ростки. Ну что ж, ладно. Угу, альманах снова загорелся. Может, там этот докачался? Вот этот. Ему еще 53 очка. То есть, это еще целая жизнь. В общем, тут по 2, по 3 дают очка. Такс. 23 уровень. Угу, поехали. Может, в этой серии завершу пещерки. Замороженное. Создайте 2500 солнца. Вот эти вот, мне кажется, они вообще самые опасные. Они три линии замерзших карликов двигают. И то есть они просто могут сдвинуть. Ну, это мой состав предыдущий. Остался, он сохраняется. Типа в буфере. Ох. Вот этот, видимо, будет в следующем сезоне. Пуфик такой отравляет и оглушает зомби. Хорошая штука. Вот этот, блин, вот где взять таких, а, чувачков? Я хочу. Let's go. Погнали, в общем, потихоньку. Создайте солнце. 2500. Ну что ж. Две 500 солнца. Лук есть. Две всего лишь волны и 2500 солнца создать. Так, этот перейдет сюда. У него чуть-чуть быстрее шаг. Это, ну, он раньше начал идти. Я, ну, думаю, их с одним луком получится застанить. Он как раз сюда съест его и в линию здесь. Ой, не-не-не-не-не, вот так не надо. Вот так надо. Ага, застанет. То да не то. Ё-моё, а. Ой-ой-ой-ой. Так, что-то я это потерялся. Что мне надо делать? А, мне надо вот этих садить. У меня замораживаются эти подсолнухи, блин, твою мать. Так, проходит сверху. Давай, 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 давай. Пуляй. Не успел. Окей, ладно. Кое-как частично справился. Солнце я не сделаю. Солнце, 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 солнце. Это последняя волна. Тянется. Смотри, на лук она не прореагировала никак. А нет, зацепила. Есть у меня мысля. А, хорошая мысля приходит опосля, да? Хорошо, убила ее. 2200. Нет, я накоплю. Накоплю, накоплю, накоплю. 2300. Сейчас вот этих я
за это самое. Так, 2500. Вот и все. Этот мне уже стенный орех не нужен. У меня, в принципе, остались внизу персонажи. Что с ними париться? Вот так делаем, и все, уровень пройден. Башка. Ротобага. О, господи. Что-то страшное. Семена потихоньку собираются. Да давай ты скорее. Ну сколько кликов надо сделать? По 3. Блин, на растению надо там 70-80, дают 3-2-4 очка прокачки. Что это вообще такое? Ладно, давали по 15-20, там 30. Я понял, блин, вот так я не понимаю этого. Не, понимаю, донат. Понимаю. Донат, донат, донат. Вот это вот она, да? Ротобага. 4 направления у нее. Дульце или что это такое? Откуда она стреляет? Вот это типа редька или редиска, что такое, да? Ну да, она по диагонали бьет также. А также ее может заморозить любой. А урон у нее неплохой, она вон если попадает, зомби руки сразу отваливаются. У нее, видимо, каждая вот эта маленькая пулька собственный урон имеет. Там по 15. И летит сразу 45, например, урона. В этого. В зомби. Давай вот так сделаем. Охренеть. Там заряды, блин. Так, ну заморозка понятно. Тут. Куда ж без нее? И сюда еще по перцу посадить. Будет бест вообще. Давай вот так. Отобьем. Леденца. Чтоб не замораживали, у нас два ряда тут. Все-таки сожрал, да, мудила вот это. Не, ну тут их много, конечно, этих ротобаг. Никакой зомби здесь не устоит. Вот, хорошо. Типа злой, да, там какая-то на эти штуки. Ладно. Оки-доки. Как говорится. Этих прям сюда, смотри, загоняет, а? Почти под. Ё-моё, как их быстро убили, а? Ротобага. Блин, нормально растение, но только. Столько рядов, конечно, надо, и у нее своеобразное поведение. Она вроде бьет клетки, но по прямой она не бьет. И выше себя. Накрест только стреляет. Очень аккуратно через нее надо играть. Но, видимо, у нее урон хороший. Компенсируется ее особенностью. Ну вот сейчас будет уровень, и мне ее дадут. Эту ротобагу. Там уже и босс, зомбас. Да, тут самые отъявленные уёбки со мной. Тогда давай так. Лучок идет, это идет. Вот эти тут есть. Это плохо. Это плохо. Попробуем куриц в Диком Западе, по крайней мере. Вот это мне зачем? Вот это вообще. Грибы тут никак не уместны. Ну ладно. Раз они дают их, попробуем сыграть и на них тоже. Картошка у меня есть, которая отогревает. Поэтому ладно. Так уж и быть.
грибки будут тут расти. Они вроде ночью хорошо солнце дают, а не днем. Ну, при свете солнца самого. Я имею в виду. Так, еще солнце надо. Ой, этого. Да, в принципе. Так, этого лук стопит. Этого тоже лук должен застопить. Хорошая мысля приходит опосля. Вроде да, вроде их как и куриц дамажат эти электрические растения. Дамажат адекватно. Так, вот этот проходит. А нет, не дошел. 325, в принципе, мне должно хватить. Давай вот так. Вот так, так, так. Ротобага. Так, ладно, давай ее тоже поставим для приличия. Или его, или ее. ХЗ. Чик-чик. Еще ротобага одна. Давай сюда ее запихнем. Там лук поставим, пусть немножко приостановит их не пыл. Да, правда, ее сейчас, наверное, мне тут заморозит нахрен. А может быть и нет. Откинем их к ебеням. Так, и все. Она стоит 150. Ну, вот она. К категории горохострела она относится. Вот у нее значок. И хорошо, что в игре в этой тоже пишут, какое растение к кому относится, к какому семейству, так сказать. Мне нравится подход в играх к мелочам. Обожаю. Вот на мелочах все построено. То есть все построено на мелочах. И надо к этому максимально относиться. Разумно, предельно. Так, здесь полный комплект уёбков идет. Вообще полный комплект. Ротобага у меня стоит под этим самым. Ну, ё-моё, а. То есть ее защитить надо, вот. Так, 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 идет Гаргантюа, идут там по-любому есть пиздюшата эти скрытые, которые куниц своих пускают. Я вот думаю, что туда лучше поставить. Да давай вот так, пусть электричка вот здесь будет на всякий случай, она хорошо с одного разряда убивает, сколько там их бежит, 3-4, сразу падают все. А вот это, конечно, да. Я не знаю, насколько выносливо это растение. И так еще и волн до хрена в этом уровне. Вот так вот. Так, их под... Ага, они будут на центре, да, здесь отдыхать. Хорошо. Этот по центру идет, этого пальцем поднимут. Ну, точно их надо троих вот так защитить вот этим орехом. Так, сделаем. Охереть. Брызги просто с одного удара убили. Кого там? Зомби. Какое-то растение крутое. Лава гуава вот это.
Вот это вообще вещь просто. 75 стоит. А работы делает, блин. Так, мне важнее сейчас вот это растение. Так, так, так. Ну все, сейчас дичь пойдет всяко, и халява закончилась, как говорится. Ну ничего, защитить этих я успею. Так, 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 так. Раз, два, три. Вот это, давай, давай, перезаряжайся. Что ж ты такой долгий-то? Давай вот так поставим еще такие. Здесь сразу нанесем урон хороший. Так, эти готовы. Так, сюда надо поставить этого паприку. Подождем. Все. Готово. Лаву сдвинет он, интересно, сейчас нет. Угу. Так, пошли чуваки, которые льдом кидаются. Но им это не поможет никак. Так, и Гаргантюа тоже идет. Не успел он откинуть. Блин. Ой-ой-ой-ой. Ага. Откидывай его нахрен. Так, я понял, малого он зашвырнул, малой съел этого. Так. Кого ты там двигаешь, блин? Так, что это, последняя волна? Так, малыши тут съедят, да? Да.
глаз да глаз надо за ними. Так, вот этот малый накидал еще, это плохо. Так, тогда сделаем все. И уровень пройден. Вот и все. Тоже, в принципе, ничего сложного. 5 гемов. Защититесь от зомби. За 2500 солнца. Тут самое опасное, скорее всего, это с куницами будут чуваки. Да, нет, таких надо ряд. Стабильно. Усиление для электричек за 0. О, а их двое всего лишь. Ну, смотрите, как электрические справляются с ними. Как с курицами. Подморозил таки. Последняя волна. Или нет? Монет осталось. Так, вот это я забыл, что вот этих он выкидывает по несколько штук. Ну, ничего. Пусть выкидывает. Thank you.
Тоже легкотня. Так, так. Сюда давай вот так. Это тоже рядок поставить. Грохострел получше будет, чем паприка. И дешевле, перезарядка быстро. Раз, два, три. Да, нормально. Так. Рядок нужен таких. Ну и потом нужно, в принципе, ряд еще вот таких поставить. У них варминг тоже есть. Согрев. Эти, да, которые сдвигают, опасные ребята они. Одного мы застопим с легонца. А, еще эти идут, которые кидают снежки, но смотри, он кидает, он ничего не может сделать. Не вообще ничего. Насколько он слабый, он не может даже заморозить растение. Все, мне в принципе больше тут растений не нужны, атакующие. Лук, что-нибудь такое здесь нужно. Больше от него будет проку. Было бы солнце побольше, я вообще высадил бы дальний ряд этот. Давай вот так сделаем. Остановим слегка. А вот сюда можно, например, сюда-сюда посадить по такой одно, по ротобагу. Вот.
Так, где они? Раз, два. Сверху нету, да? А, нет, есть. Здесь есть и здесь есть, хорошо. Ну, погнали. Ну, вот и все. Один лошок остался. Да, как раз сейчас, видимо, файт будет с зомбасом. И пещерки эти закончатся наконец-таки. Что это меня выкинуло сюда? Типа на его рожу посмотрел, что ли? Давай. Во льдах бой. Он так будет замораживать, да? Ну пусть замораживает. Лед этот надо расколоть, чтобы до него добраться. И да, вот она как защита такая выступает. Угу, ну да, вот он раз снова наращивает. А эти можно посидеть? Нет? Нельзя. А, нет, подожди, можно. Можно, можно, вот, работает. Да, еще и, блин, пробить этому оборону надо, прежде чем дамаг нанести. Хитрый какой жук, а? Ну, ничего. Ну да, и потом он снова намораживает слой льда, и растения вот у меня отъехали. Да. Читерим. Читерим. Он уже почти упал. Пусть читерит, бога ради. Чик-чик-чик-чик-чик. Угу. Вообще здоровья мало осталось у него. Ну.
Так, все, это, видимо, его конец. Да. Тоже довольно слаб. На механическом мамонте сидел. Дали прокачки, но мало. Lost City, будущее, темный век, века, древний город какой-то. Ну хорошо, продолжим по порядку тогда двигаться. На этом все, всем спасибо, всем пока.